Обряды северных народов несут в себе большой смысл. Многовековой опыт жизни народа выполняет самые важные функции – взаимоотношения человека и природы, сохранение духовного своеобразия народа. Согласно мировоззрениям коренных народов Севера, вся природа считается живой и одушевленной. Любой объект местности, тем более сама местность, имеет свой дух. В духе цветущей травы, текущей воды, священного огня, гор, рек, озер, лесов, дорог. Поэтому соблюдение обряда обращения к духам, задабривание словословием или заклинанием, проведение обряда благословления, обряда кормления духов является своеобразными нравственными уроками и правилами для всех. Топ-мани – добрый дух, дающий тепло. Он главный покровитель семьи, ее счастья и благополучия. Также он является главным связующим звеном между небесными божествами и различными земными духами. Топ-мани считается советником эвенов во всех серьезных делах кочевой жизни. Считалось, что дух огня, защитник и хранитель человека, передает не только свои предостережения, но и говорит о недовольстве или угрозах различных духов данной местности. Гулунтоган нямике итарике, текху нянтаке мутавесел аментаумут итчихне. Эвенский обряд поклонения огню уледек – один из самых основных обрядов жизни эвена. Демонстрация основных элементов обряда проводит старейший народа Хингвел, уникальный самобытный носитель языка и культуры, руководитель этнофольклорного коллектива Долгунча, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Зинаида Платоновна Никулина. Наступила пора цветения, пора любви. Землю греет солнце, сердце греет любовь. Радуйтесь, люди, полной грудью дышите. Весенним воздухом заполните душу счастьем любви. Наслаждайтесь ею, живите, люди, ведь жизнь хороша. И нам дана всего лишь жизнь одна. Начинаем обряд поклонения солнцу. Солнышко выглянуло, вверх смотрит, сощурившись, теплом своим обвеяло, на нашу землю глянуло. Чтобы подпитаться энергией солнца, необходимо смотреть на солнце через треугольник, образованный из соединенных пальцев большого и указательного на обеих руках. Посмотреть на солнце через треугольник пальцев надо обернуться вокруг себя, положив руки трижды. Тогда тело максимально заряжается солнечной энергией. Свети северное солнце, согревай землю, согревай тундру, свети народу солнце ярче, веселее, чтобы жить согрет и счастлив северный человек. Народы севера благодарят тебя. О, северное солнце, народы севера благодарят тебя. Свети солнце, согревай северную землю. Ай, на ночь, а я уредял бы, бегуну, рэк-тяка-бак-одакан, нагде, наскарам. А дорогие сородичи, уважаемые жители города Якутска, уважаемые гости, позвольте от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера сердечно всех поздравить с наступлением весны, с долгожданным приходом теплой погоды и с этим прекрасным традиционным уже праздником, который собирает всех представителей коренных малочисленных народов Севера, всех горожан, представителей всех народов, чтобы вместе порадоваться. Наконец мы пережили долгую зиму, и у каждого человека, наверное, есть определенные надежды на будущее. Сегодня я также хотел бы всех поздравить с недавним решением президента России Владимира Владимировича Путина по включению 8 наших районов в арктическую зону Российской Федерации. Это поистине историческое событие, большое. Наконец, несправедливость была устранена, и 8 наших районов, они включились в общий регион нашей Арктики, и теперь мы можем комплексно и по-настоящему в полной мере развивать нашу Арктику. Конечно же, это большой праздник для всех жителей Арктики, и многие, конечно, сегодня задаются вопросом, что же это даст. Ну, во-первых, это, конечно, реализация всех этих федеральных программ,
всех документов стратегического развития этого региона. Поэтому мы очень надеемся, что это решение позволит нам кардинальным образом изменить жизнь в Арктике, кардинальным образом улучшить качество жизни тех, кто живет и работает в этом уникальном регионе. Хотелось бы пожелать всем вам сегодня весеннего настроения, хороших разговоров, теплых встреч. Ну и, конечно же, чтобы все наши мечты, желания о будущем, улучшении нашей жизни, они сбывались. Уважаемые друзья, пусть этот прекрасное солнце всегда ярко освещает наш путь, ваших близких, всегда дарит нам тепло, здоровье, чтобы все было у нас хорошо. Пусть наши духи, пусть наш дух огня и так далее всегда будет благосклонен к нам. Пусть всегда нам дарит то, что нам будет достаточно в нашей жизни. Пусть все будет хорошо у вас, у всех. И также от имени нашей организации, от имени Ассоциации полярников нашей республики Якутская Арктика, разрешите вручить медаль за вклад в развитие Севера и Арктики Якутии Никитиной Вере Серафимовне. Я был весел, Пуну эле чакап чызыл, айынгы мәлін негірбі, әбден әклі чакап чызыл үшін, әгден әскен гуны. Нян хунду әревінің әреуінді, хоқаникан, өрінчінеген әревінің айыш мақан дәрем кәтілетілі. Действительно, праздник, который проводится уже который год в городе Якутске, это возрождение нашего обрядового праздника, который проводили наши предки еще много-много лет тому назад, и рождение первого олененка и так далее. То есть эти обрядовые праздники, которые мы возрождаем, это для нас имеет очень большое значение. Куняватчин Туркандин, Кучукар Кунгау, Оранчитте, Абгарбили, Гондитте. Ряд освещения оленей. Старейшина подносит обрядовую пищу оленю. Это ягель, соль, молодую траву. Пока кормят оленя, старейшина веткой ивы очищает шерсть оленя. После этого олени на поводу проводят по кругу. Участники обряда бросают перед оленем траву как пожелание всего хорошего. У каждого оленя свой характер, как и у человека. Он может быть спокойным, или же наоборот. После того, как одели в праздничное убранство, наши молодые оленеводы ведут оленей по кругу почета. Будет олень, будет огонь, будет огонь, будет олень. Пусть на земле всегда будут олени и будут приглашаем почетных гостей и участников праздника на круговой танец «Хэдя». «Хэдя, хэдя, мы танцуем».
Практически каждый участник праздника смог принять участие в мастер-классах по приготовлению традиционной северной пищи. Вот, вот эти лаптики убираем. И самое интересное, вот здесь вырезаем, да, чтобы сами знаете, кишка у него здесь идет. Да? И вот она вот эта вся вытаскивает, вот эта кишка. Да. Да. Срезаем середины. И, как вы знаете, тут у ряпушки очень мелкие кости, да? Вот его вынимаем. Да. 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 Вот у него все вот эти кости вы повылазили, да? Да. И там у него этот остается вот эти. Ну, его, да. Давайте отойдем подальше, мы мешаем. Вот. Вот. Никто не мешает. И чтобы она как бы быстро, быстро засохла, тут срезаем. Ну, это в пределах минуты, если без рассказа, без суеты можно сделать. Все, готово. Раздел удаления. С кишкой вытаскивают внутренний жир. Потом его сушат. А потом, когда он в высушенном виде, вот разрезаем на мелкие кусочки. А потом немножко жарить мясо на внутреннем жире оленины. Это холодильник. Мелко-мелко. Ой, мясо хорошее. Чара. Оленина. Жареная на внутреннем жире. Добавили немножко лука и соли. Вот пойду угощать людей. Не толкайте здесь. Отделяем филе от кожицы. Самый основной процесс. Убираем кости. Комментируй, да? И получился у нас вот такой чулок. Мы его обратно выворачиваем. Вот и на что. Как интересно. И теперь мы добавляем туда, ну, по вкусу, конечно, кто что, да, рис добавляем. Да, рис уже вареный, я его уже дома подготовила. А дальше будет делать по старинке, да? А если в современных условиях, филе можно прокрутить на мясорубке. Быстрее будет. Делаем что на глаз. Посолили, поперчили, лавровый лист добавили. Смотри, как она наполняет, да? Как рыба, получается, как будто настоящая рыба. Я очищаю дома, конечно, шапры вытаскиваю, да, все, это сам, промываю голову. И вот под эту подсовываю и под жаброчки. И когда она в духовке будет, она уже зажарится, как будто цельная рыбка. Все, и в духовку, все. 40 минут, рыба готова. Пробуй, спасибо. Спасибо. I am mine.
ну, 50 лет. Я вам дяну и таку микебу. Репама то, усы репама то, алике, алике. Среднеколымский, Верхнеколымский, Момский, Усьянские костюмы. Дефиле северных нарядов представила женская общественная организация «Северянка». Момского, род Мемельский. У них особая это оленья шкура. Обратите внимание, это обработанная ручной работы Чичингнаровой Акулины Ивановны. Мастерица Аксинья Ивановна Ефимова. Это ее работы женская, летняя. Девушки, которые выдаются на выданье. Даже обратите внимание, у девушки вся одежда обработана действительно из замши. Обработка – это искусственные наши травы. Обязательно сзади, чтобы ветер от ветра, от комара, есть надзатыльник. Это и у женской одежды, и у летней. А сейчас прошу обратить внимание именно зимнюю одежду. Обработанные вот эти костюмы заняли первое место международной выставки «Сокровища Севера» 2014 года. И она стала победительницей по всей России. Эвенский костюм, именно сшитая у таинских наших эвенов. Посмотрите, у них, у каждого эвена одежда зимняя, летняя отличается. Украшение северной женщины – это внизу богатство, это белые унты. Украшение внизу и полностью соболь, воротник, обратите, соболья, хвосты соболья. И, конечно, на рукавах, чтобы и снега, и снег, и ветер. Руководителя женской общественной организации РСЯ Якутия. Ла-л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 а
Основные организаторы праздника Аянгамяланни или Пробуждение природы, рождение оленят, это Союз АВНов Республики Саха-Якутия, автономное учреждение Республики Саха-Якутия, Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, этнокомплекс Чачур-Мура при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия и посвящено 30-летию нашей ассоциации. Балдаша төрен имич бисин, чаленгун мин экджан нисин, төрен ти эрзачим болахни, таракам он нагман, ом лачип. Аймака. Аймака.